Студенческий чат-бот для Казанского университета был создан прежде всего для оказания всесторонней поддержки студенческому и преподавательскому сообществам. Проект может выполнять и реализовывать задачи самой разной направленности. Неважно, чем бы хотел заняться студент, чат-бот в равной степени поможет при решении учебных задач для углубленного ознакомления с материалом при подготовке к сессии. Помимо этого, бот может говорить на разных языках и поможет как подтянуть любой иностранный язык на высокий уровень, так и начать изучать совершенно новый язык, с которым раньше не встречались. Преподавателям же чат-бот может быть полезен для подбора необходимой литературы и источников, поиска журналов и конференций, а также для генерации и развития авторских идей и решений, которые могут пойти во благо развития науки и университета в целом. Стоит сразу упомянуть, что данный чат-бот создавался не только в рамках студенческого, но и преподавательского сообщества. Но, разумеется, для студенческого сообщества он открывает многогранные перспективы. Благодаря нему можно найти любую информацию, которая нас интересует, которая поможет нам как и по учебе, так и вне учебной деятельности. Например, мы можем спросить, какие мероприятия будут проводиться на этой неделе в Казани или в других городах. Также, помимо этого, он помогает нам создавать документы или же наоборот, переводить документы и анализировать их. Анализировать любую информацию, которая нам нужна, что пригодится в научной деятельности и для создания проектов. Основная идея создания данного чат-бота заключалась в реализации такого механизма, который мог бы стать связующим звеном человека и науки. В контексте увеличения производительности, разгрузки преподавателей и студентов от рутинных вопросов и задач, а также возможности углубиться в интересующую область еще больше и изучить что-то новое. Задачи, с которыми может помочь чат-бот, максимально разнообразны. Создание, редактирование и чтение различных форматов документов, поиск изображений и видео, работа с календарем и планирование событий для улучшения работоспособности и удобства, а также анализ введенных данных. Немаловажную роль данный чат-бот играет и для преподавательской, в принципе, научной деятельности сообщества КФУ в целом. Потому что, во-первых, он может спокойно автоматизировать административные задачи, например, дедлайны, и четко напоминать в нужные сроки. Также находить любую нужную информацию, очень сжатые сроки из любых источников, что также очень хорошо может помочь при каких-то исследованиях или проектах. Также может анализировать какие-то, например, исторические документы и потом писать выводы. Помимо этого, может подготавливать дополнительный материал для занятий и уже подавать это в интерактивном виде, что тоже, мне кажется, очень будет полезно в век информационных технологий. Сама студентка отметила, что общаться с телеграм-ботом можно не только на русском, но и на сотни других языков, в том числе на древнегреческом и латыни. Этот бот можно добавить в общий чат и задавать ему вопросы. Подобные функции являются отличным дополнением к комплексной учебной программе и станут помощником в успешном самообразовании. Елизавета Газизянова, Универ Новости.